мы, собственно, таксуем, берем клиента, говорим, что это викторина. Если он правильно отвечает на наш вопрос, то получает деньги. Мы ведем его на ринг, говорим, значит, вот ты сейчас будешь сражаться с нашим бойцом, и за победу получишь деньги. Но для этого тебе надо сделать сначала ставку. Вот это охуенно, кстати, вы придумали. А можно мне в такой эфире поучаствовать? Садись. Заказ ловить. Круто, ребята, вообще. Аферисты сами развились, и мне вообще уже даже придумать нихуя не надо. Такси, такси. Такси. Гражданин, вам выпала уникальная возможность поучаствовать в викторине и получить много денег. Си, сеньорито. Отлично, тогда мы начнем. Сколько вы хотите, гражданин? Не знаю. 1500 за правильный ответ. Пойдем. Нормально. Нормально. Не снег, а белое всегда. Хоть и течет, а не вода. Что это? Молоко. Верно. Молочко. А откуда молочко вытекает? Из коровки. Из коровьей сиськи вытекает, да, молочко. Из вымя, Максим. Есть. Может, и не только из коровы вытекать. А из чего еще может вытекать? Ну, из мамы. Да. Из мамы. Молоко женщины тоже как бы. Из мамы. Да, из только женщины. Из твоей мамы может вытекать молочко, бля. Тогда тебе загадка про животных. У него огромный рот, он зовется бегемот. Правильно! Хорошо идете. Следующий вопрос. Зверь, я горбатый, а нравлюсь ребятам. Что это? Бля, он сейчас все деньги у нас высосет, я отвечаю. Верблюд. Верблюд, верно. Давайте реально посложнее, а то, боюсь, мы обанкротимся. Давайте такой вопрос. По каким дням недели работает Дом 2? Каждый очень день, легкий вопрос. Следующий вопрос исторический. В каком году началась Вторая мировая война? 1939, по-моему. Верно. Господин, пойдите, пожалуйста, со мной. Мы также являемся промоушеном частной компании и устраиваем, собственно, бои персональные. У нас есть судья, у нас есть режиссер, который все записывает на камеру. У нас есть комментатор. За победу вы получаете в два раза больше, чем вложили денег. Вы позвольте мне как в тот раз быть кассой. Хорошо, хорошо. Сколько у вас денег? 8 тысяч у меня с собой на руках. 8 тысяч. Ну поставьте, сколько не жалко. Да, я принимаю. Я такую сумму, то есть X2 я потяну. 8 тысяч, 8 тысяч ставим. Да, окей, вы видите, это 16. Я тоже поставлю. Да, я тоже поставлю. И я буду ставить на себе. Не, ну я не буду ставить, потому что я все же босс. Ну я уже свои деньги перевел. Красавчики по доллару. Ебать, у них схема тут пиздец. Деньги были получены. Раздевайтесь. Смотреть крайне приятно. Идите в октагон. Красавчики, вообще аплодирую просто. Итак, справа от меня стоит боец с именем. Представьтесь, пожалуйста. Фелиция Паганин. Фелиция Паганинка. Слева от меня стоит боец Билл Бакс. Да начнется эта битва на счет 3. Раз, два, три. Хук слева, хук справа. Шот. Бедняги, бедняги. Кросс. Давай, бей его. Какой хороший удар. Челюсть. Как по мне его может стоять на ногах? Я поставил. Локик. Хук. В челюсть. О, какой хороший. Хорошие удары. Боже мой, какая страстная битва. О, победитель. У нас есть победитель. Ура, у нас есть победитель. Ребята, я в честь этой победы, я сгоняю пока за Кока-Колой, блядь. Всем по Кока-Коле в честь этой великой победы. Ура! Ура! Так это, ну, хорошо прошло все? Да, отлично прошло. Я не знаю, у нас победитель только тут что-то тупит. Я не туплю, я стою, жду. Чё вы ждете? Денег. Каких нахуй денег? Иди отсюда. Каких денег? Иди нахуй отсюда. Ой, извините. Я предлагаю. Иди отсюда нахуй. 2 килограмма. Помогите, помогите. Иди отсюда нахуй, блядь. Выкиньте его отсюда. Чё ты победитель, блядь? Победитель ебаный. Не бейте его, не бейте. Помогите, меня, бейте меня. Помогите, бейте его меня. Бейте, да. Меня не бейте. Иди нахуй. Кого ты наебать захотел, сука? Помогите, блядь. Вызывайте медиков, парни. Охуенная афера, вообще просто шикарная. Но так я думаю, мы успеем еще одну, наверное, аферу такую захуярить. Было бы круто. Сначала Кока-Кола, пожалуйста. Да, мне надо тоже поесть. Кока-Кола, ну-ка, быстро Кока-Кола. Дайте, блядь, мужики, ебать. Слышите, аферисты, блядь. Дайте Кока-Колу, скиньте, пожалуйста, блядь, девушкам. Скотина ебучая. Опять ты, сука, ты меня заебал преследовать, ёптую. Отъедьте от Мастурбека, у него микрофон пока сломался, блядь, он не слышит. Пиздобол ебаный, блядь. Такси? Вы такси заказывали? Да. Извиняюсь. Он заказывал. Здравствуйте. Добрый вечер. Вам выпала уникальная возможность поучаствовать в викторине.
отвечая правильно на наш вопрос или загадку, вы получаете деньги. Понятно. Здравствуйте. А что за нами едет тут кто-то? Остановочку делаем. Здравствуйте. Да, общение, да, здравствуйте. Есть. Общение есть. Занят. Здравствуйте, Максос. Значит, преданный фанат ваш. Видосик один смотрел ваш, так сказать. Есть контакты этого молодого парнишки, который тачки угонял. Слушай, долбоюбина, вот ты как сюда вообще, как ты нашел меня? Скажи, пожалуйста. Кого катался вот так ты... вот получилось? Слушай, нахуя, блядь, ты подъехал вот так вот? Вот зачем, блядь? Ну, хорошо. Вопросов нет, ебать. Запиши номер. Попозже. Если какие-то вопросы будут. Вопросов у меня нет, сука. Я записываю твой номер. Не к тебе, не... Давай, записываю. 849. Если какие-то будут моменты, звони. Я, так сказать, подскочу. Руина. Ну ты хули меня увозишь, ты, сука? Стой, блядь. Я буду аферистов, если что, защищать, брат. Вот это слово зря ты сейчас сказал. Почему? Потому что лох сейчас прямо в машине сидит, блядь. Понял. А чё это такое? Я не понял прикол. Да извините, пожалуйста, просто заминка у нас, на самом деле, бизнес, много всяких есть разветвлений. Это одна из наших, вы не обращайте, пожалуйста, внимания. Итак, давайте, собственно, продолжим нашу викторину. Этот плод едва обнимешь. Если слаб, то не поднимешь. На куски его порежь, мякоть красную поешь. О чем это? Помело. Нет. Второй вариант. Грейпфрут, я отвечаю. Ну, вы не бойтесь отвечать. Верно, арбуз. Сука, я думал грейпфрут. Арбуз, реально, я думал сначала дынящий. Верно, вы уже заработали $1000. Дальше итак, вопрос. Следующая загадка. Желтый шар слегка горчит. Летом жар, что утолит. Че это? Ну, че это? Сейчас ты деньги тут зарабатываешь, сейчас мы тебе ответим, ты еще деньги получишь. Нихуя ты придумал, давай догадывайся. Ананас. Нет, грейпфрут. Давайте про животных. У него огромный рот. Он зовется... Кабан. У него... Бля, что вы за дурачка нахуй взяли? Ты что, ты деньги вы халявные зарабатываешь? Бегемот. Ну красава, ёпта. Блять, как они ведутся на эту хуйню. Наша частная компания также занимается промоушеном. Мы устраиваем профессиональные бои. У нас есть судья, комментатор, оператор. И в случае победы вы получите очень большой куш денег. X2. Что делаем теперь? Ты мне должен сначала ставку поставить в меня. Сколько должен? Сколько хочешь. Вон. Я тоже ставку поставил. Сколько не жалко, если ты выиграешь, записал. Получишь. Я тоже поставлю. 10 косарей, ебанутый, что 10. Ну ладно, не, ну, кстати. Сколько ты поставил еще раз? 48 319. Все свои деньги. Все, пожалуйста, проходите. Октагон, октагон. По правую руку от меня стоит боец с именем Боб Крекер. Слева от меня стоит боец по имени, представьтесь, пожалуйста. Арни. Арни. Соответственно, бой начнется через 3, 2, 1. Начали. Ой, какой хороший удар. Кросс, кук, кросс. Лоу-кик, кросс, кук. Какой хороший прямой удар. Лоу-кик, кросс. О, как такая челюсть может это выдержать? Кросс, да. Кросс, кук. Охуеть. У нас есть победитель. Мы любители дарить счастье. Сколько сейчас вот вы должны выиграть? Вот, пожалуйста, можете. А я не знаю, я вам дал 48 тысяч, 96 тысяч. Ну, спасибо. Блин, ребята, это вообще реальность, нет? Потому что вот он сейчас мне 48 косарей перевел. Ну, у нас все честно, что прет. Ну, очень честно. Ну да, пошли. На Кока-Колу ехали. Поехали за всем. На Кока-Колу. Нихуя. Всем тройную кока-колу, блядь. А приз? А приз. Я передам вам приз. Сейчас останьтесь, останьтесь. Я передам вам приз. Он сейчас передаст тебе приз. Да-да-да. Сейчас. Тихо, давайте со стороны посмотрим, как он приз передает. Комиссия, что ли? Ну, $10 это с комиссией вам. $10. Давай, Арни, сосни хуйца, дебил, блядь. Тебя наебали. Тебя наебали, дебил. Домой. Пока, лох. Мы все наебали. Дайте деньги. Пока. Все, давай, гудбай, придурок, нахуй. Ух, ребята, ну конечно, вообще, вот честно говорю, вот союз аферистов развивается прямо на глазах. Давайте успешная афера еще одна, и я потом по съебам. Такси, кто вызывал? Черненький вас. Добрый вечер, вы такси вызывали? Да-да, мы. Отлично. Добрый вечер. Вам была уникальная возможность сыграть в викторину и выиграть приз. За каждый правильный ответ на загадку или вопрос вы получаете денежную сумму. От 1 до 2000. Вам понятно? Угу. Тогда мы начнем. Давайте я первую загадку ему. Что электрод куда вставляют?
сварщик, он берет, он во что вставляет вот эту хуйню свою. Блять, я не помню, как называется. Держак. Охуеть, он 2000 ему зачисляется, 2000. Серьезно? Я даже об этом не знал. Вы молодец. Есть на речках лесорубы, серебристо-бурых шубах. Из деревьев веток клины строят прочные плотины. Ну, бобер. Да, бобер, 4 косаря. Вы молодец, вы хорошо справляетесь. Пока что все правильно. Ёжик вырос в 10 раз. Получился? Дикобраз. Правильно. В натуре. Давайте последнюю. Висит груша, нельзя скушать. Ну это за 500. Это лампочка. Верните мои деньги. Кого они привезли? Верните мои деньги. Это аферист. Блять. Чё, мы в казино-то поедем, парни? Да-да-да, сейчас нужно забрать свой выигрыш. Надо на участок на свободный приехать. А как попасть туда? Да вон на любой заезжай тут, где нет... Вообще, мы еще занимаемся промоушеном. Моя ставка. Мы также занимаемся профессиональными боями. Соответственно, у нас есть судья, комментатор, оператор и, соответственно, бойцы. 10 тысяч ставлю. Ну, сколько не жалко, вы можете поставить. Если вы выиграете, то вы получите в 2 раза больше, соответственно. Давайте 94 тысячи ставлю. Раз. 10 тысяч принял. 90 тысяч. Ну, пожалуй, хватит. Справа от меня стоит боец с именем Боб Крекер. Слева от меня стоит боец. Представьтесь, пожалуйста. Фрол Беглов. Фрол Беглов. На счет 3 начнется эта битва. 1, 2, 3. Да начнется она. Какой хороший кросс. Толчок. Кросс. А, полкик с ноги. Хук. Кросс. Как эта челюсть только выдерживает ударов по себе. Кросс. Блять. Похоже, нас победитель. Боже мой, да как же победитель. Так? Что-то у нас не по плану пошло все, конечно, немножечко. Что-то ты перестарался, Боб, мне кажется, скотина, блять. Я вообще легонько бил. Короче, предлагаю вам реванш взять. Не-не-не, пацаны, спасибо, мне надо ехать. Меня ждут. Ой, боится. Ладно, похуй. Блин, ребята, ну тут, конечно, огромная порция кока-колы. Вот вам это всем лох. За эту хуйню. Красавчики. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, меня поймали! Меня поймали! Помогите! Помогите! Так, не подходим! Руки подняли! Руки подняли! Руки подняли! Руки, 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 руки! А что происходит? Руки подняли, я вам сказал! Руки! Вы меня обманули на деньги! Никто никого не обманул на деньги. Ай-яй-яй, ребята, вы что делаете-то? Он заслужил чуть-чуть денежек, что вы творите, блядь? Не-не-не, он в меня стрелял, он в меня стрелял, вообще, он плохой человек, сразу видно. Вот вам 1%. Какой 1%? Ну, 1% вам был возвращен, то есть... Какой 1% был кэшбэк возвращен? Кэшбэк за вашу ставку первую. Вы можете первый депозит действует, кэшбэк 1%. Какой первый депозит? Можете еще раз отыграться, попробовать. Какой отыграться? Я вам 48 тысяч, я имею право 100 тысяч долларов забрать. Ребята, ну, у кого-нибудь есть вообще претензии к нашим? Мы все ставим ставки постоянно. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Вот вы проиграли. Я выиграл. Пошел в жопу, блять, выиграл. Наши любимые аферисты придумали афер на целый видос. Очень приятно, очень благодарен, огромное спасибо. Вы тоже, кстати, заходите и придумывайте различные приколы, обязательно снимем с вами видос, если идея будет хорошая. Ссылочка в описании.